В ближайшие дни в Татарстане установилась под влиянием обширного антициклона жаркая и сухая погода. Как сообщает эксперт Казанского федерального университета, ожидается понижение температурного фона. Однако атмосфера динамична, и Атлантика нам готовит все новые и новые барические образования. И таким образом, уже начиная с новой недели, характер погоды поменяется, поменяется и температурный фон. И лишь с понедельника температурный фон придет в климатическую норму. Нынешнее пекло, которое установилось в Казани в последние две недели, объясняется действием блокирующего антициклона севера. Он не пускает к нам циклон с Атлантики, который может принести прохладу и дождь. Но возникает другой вопрос. Является ли эта жара аномальной в Казани? Более засушливым август был лишь в 2010 году. Несмотря на эти высокие температуры, которые мы наблюдаем в последние дни, эти температуры не являются рекордными. Так, в эти дни, в далеком 2010 году, температура превышала плюс 38 градусов. Ближайшей ночью ясная погода, температура плюс 19-21. Атмосферное давление в пределах нормы. 19 августа в течение суток на фоне повышенного давления ожидается малооблачная погода. Ночью 19-21, днем 24-26 градусов тепла. Ветер северный, умеренный. Амир Ахтямов, Александр Кузнецов, Универньюз.